этом видеообзоре мы представляем бинокль от известной японской торговой марки Pentax SP10x50WP. Производитель рекомендует эту модель для наблюдений в экстремальных условиях, в плохую погоду и во время отдыха у воды. Хотя вес и размер бинокля практически не отличаются от классических моделей Porra, выглядит он большим и массивным. Такое впечатление создает крупный центральный мост, соединяющий призменные блоки. В этом заключается основная особенность бинокля. В отличие от большинства других моделей, механизм центральной фокусировки полностью скрыт внутри корпуса. Это весомое решение для надежности и долговечности изделия. Барабан фокусировки также имеет особенность – его можно фиксировать. Для этого барабан надо сдвинуть вперед, о чем есть подсказка – стрелочка с надписью «Lock». Так что резкость картинки не собьется при случайном движении. Оригинально выполнена и коррекция диоптрии. Кольцо регулировки имеет механизм типа «клик-стоп», то есть пошаговый поворот с промежуточной фиксацией. Так что эта настройка тоже случайно не собьется. Корпус бинокля изготовлен из легких алюминиевых сплавов и полностью обтянут матовым эластомером. Это обеспечит надежную защиту от механических повреждений, а защиту от влаги обеспечит герметичность и азотонаполнение. Об этом говорит аббревиатура WP. Порро-призмы бинокля выполнены из стекла БАК-4. Имеют металлическое напыление и черненые металлические крышки. Это снизит рассеяние света, устранит бликование и повысит контраст изображения. Яркость картинки обеспечат 50-мм ахроматические объективы. Все поверхности имеют фирменное многослойное просветление зеленых оттенков. Торцы линз не зачернены. Линзы окуляров 17 мм в диаметре. Они с полным многослойным просветлением бирюзовых и пурпурных тонов. В конструкции применены асферические элементы, которые снизят искажение и усилят резкость картинки. Обратим внимание на очень крупные поворотно-выдвижные наглазники с фиксацией в трех положениях. Они позволят подобрать комфортное расстояние для расположения глаз любого наблюдателя. Немного о грустном. Комплектация бинокля не отличается особым изыском. Сумка-чехол весьма качественна, однако не имеет никаких ремешков или ручек. Носить ее крайне неудобно. Крупная сдвоенная крышка окуляров пластиковая, она так и норовит слететь. Крышки объективов раздельные, держатся достаточно плотно, но потерять их тоже проще простого. Нашейный ремень также не заслуживает особой похвалы. Он средней ширины и достаточно жесткий. Бинокль он, конечно, удержит, но дискомфорта при длительном использовании не избежать. Поле зрения бинокля не очень широкое, всего 5 градусов, что соответствует заявленному. Полевая диафрагма резкая, с тонкой бирюзовой каймой. Бликования нет. Мелкие детали хорошо различимы почти на всем поле зрения. Картинка стандартной мишени яркая и контрастная. Цвета натуральные, насыщенные. Геометрические искажения малозаметны. Хроматизм небольшой. Падение резкости имеется лишь у самого края поля зрения. Что же, подведем итог. Бинокль нам понравился. Особо отметим оригинальную и мощную механику, крепкий защищенный корпус и очень достойную оптику. К минусам стоит отнести не очень широкое поле зрения и весьма бюджетную комплектацию. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать бинокль Pentax SP10x50WP для любителей качественной картинки, а также для наблюдений малоподвижных объектов в экстремальных условиях. Горных туристов, охранников, сотрудников чрезвычайных служб. А вот для наблюдений за животными и птицами или использования на плавсредствах следует выбрать бинокль с большим полем зрения.